Состояние финансов крупнейшей сети британских супермаркетов Tesco оказалось еще более печальным, чем ожидалось. В бухгалтерской отчетности компании обнаружены многочисленные нарушения. За сегодняшний день акции Tesco потеряли в стоимости 9%. За этот год рыночная стоимость компании упала уже вдвое. Неприятные новости вынудили подать в отставку председателя Tesco Ричарда Бродбента. Думаю, что смена руководства – это хорошая новость для Tesco. Стратегия этой компании была слишком ориентирована на расширение. Сейчас их доля на рынке сокращается, доля всех традиционных супермаркетов сокращается. Иногда требуется сменить руководство, чтобы переориентировать стратегию компании с расширения на прибыль. Потеря рынка произошла из-за острой конкуренции со стороны дискаунтеров и роста интернет-торговли, которая подорвала популярность загородных гипермаркетов. Никакого сомнения, что покупатели будут все больше избегать загородные гипермаркеты, предпочитая совершать покупки в интернете. Происходят огромные структурные изменения, и Tesco, конечно, придется приспосабливаться. С начала года долг компании вырос с 7 до 7,5 миллиардов фунтов стерлингов. Крупные акционеры ожидают, что компания начнет избавляться от своих зарубежных активов. Новый исполнительный директор Tesco Дэйв Льюис пока отказывается давать прогнозы.